Яковлева Евгения, 27 лет. Я еще не ходила в школу. И вот надоедала маме, я устраивала всякие такие перформансы с подружками, с соседями. Мы там переодевались, одевали халаты. Мы считали, что мы очень как бы стильные в маминых халатах, пели в какую-то кухонную посуду. Я сейчас, кстати, вспоминаю, как она сидела. Она сидела такая, и она говорит, давай полчаса ты слушаешь музыку с подружками, а потом мама полчаса типа занимается своими делами, потому что у нее реально вот она вот так на нас смотрела, а нам казалось, что мы прям на концерте. Я не представляю себе какую-то жизнь вот в спокойном темпе. Вот сколько я себя помню, вот трудолюбие я не могу. Мне, если я чем-то не занята, мне плохо. Я вот все время там работаю.